Грузия сегодня хоронила своего бывшего президента. Эдуард Шеварднадзе скончался в понедельник на 87-м году жизни. Официальная церемония прощания в соборе Пресвятой Троицы длилась 2 дня. Ну а сегодня проходили сами похороны. Про Эдуарда Шеварднадзе нередко говорят, что он соединил несколько эпох. И действительно, партийную карьеру он начал еще при Хрущеве. При Брежневе был первым секретарем ЦК Компартии Грузии. А при Горбачеве занял должность министра иностранных дел СССР. Став одним из соавторов нового внешнеполитического курса Советского Союза, наконец, после развала Союза он возглавил уже независимую Грузию. За умение договариваться и приспосабливаться к быстро меняющимся условиям он получил прозвище «Седой Лис». Хотя надо сказать, что отношение к деятельности Шеварднадзе всегда было неоднозначным. Споры о его вкладе в историю идут до сих пор. Он вырастил новое поколение грузинских политиков, привел к власти Зураба Жвания и Михаила Саакашвили. Но потом, во время революции рос, они же его и предали. У Шеварднадзе я уже немножко с опозданием пришел, собрал советский кабинет министра. И вот тогда Шеварднадзе сказал, что вас больше никто не спрашивает. Ваших советов. Ваша обязанность была не допустить до этого страну, вот до этого момента. Если бы я хотел крови, я бы сохранил бы. Но вот сейчас я приму решение сам и без вас.